Итак, делаем замер усилителя SCAR-Audio LP1000.1. Подключен он в Dodge Ram на 30 ISA 12. Подключен в 1,6 Ома. Значит, один аккумулятор 12-вольтовый. Access Power D4700. У нас клещи. У нас люк. То 44,9, 29 герц. Просадка до 11,6. 19 ампер. 39,7 вольт. Что у нас получается? 754 ватта. Это где-то 2,5. Раздели, сколько там сопротивления? 2,1 ома где-то. Вот она заявка, 700 ватт на, вот он у нас, на 2 ома. Только она при 14,4, а мы при 11,6. Вот такой вот малыш.